Разъяснив права сторон и огласив регламент, председательствующая судья Майя Крициня перешла к оглашению доклада по делу. В нем она, помимо прочего, напомнила обстоятельства преступления. 5 ноября 2020 года, примерно в 18 часов 45 минут, на 141 километре автодороги Псоу-Ингур в селе Кондуга-Чемчирского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, согласно акту медицинского освидетельствования от 5 ноября 2020 года, управляя автомашиной за регистрационным знаком R651-123 регион Российской Федерации, двигаясь со стороны города Гал в направлении города Сухум, где в пути следования, грубо нарушив пункты дорожного движения требованиям горизонтальной дорожной разметки, выразившись в том, что в пути следования выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с двигавшейся по противоположной стороне дороги автомашиной под управлением Сангуля Гурама Владимировича и пассажиром Чиковани Ириной Шотовной, Бегвава Ритой Валерьевной и Сангули Нанули Ильиничной. В результате ДТП водитель Сангули и его пассажиры от полученных телесных повреждений скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. 27 апреля 2021 года Чемчирский районный суд признал Каджая Руслана Зурабовича виновным в совершении преступления и приговорил его к 10 годам лишения свободы. 26 мая 2021 года адвокат Руслана Каджая Нина Курсая заявляет ходатайство на имя судьи Чемчирского суда Фатимы Харчалава, в котором просит исполнение приговора суда первой инстанции отсрочить до его полного выздоровления. Суд удовлетворяет это ходатайство в полном объеме. С этим фактом не согласился потерпевший Пилия Ираклий Юрьевич, супруг погибшей Ирины Чиковани. Он обратился в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда с кассационной жалобой. Потерпевший просит рассмотреть отмену постановления об отсрочке исполнения приговора Каджая. Был отпущен в зале суда. За что его отпустили? За что его отправили? Четырех человек он убил? Убил. А он тогда скрылся, ушел, всех оставил там. Ни одного человека не отправил в больницу. Ни одного человека. Сам ушел в больницу, как будто ранение у него получился. Скорую помощь взял и направился в сторону Сухуми. Это все было так сделано. Но я хочу, чтобы закон был и для него, и для всех. Чтобы ему дали нормальную, то, что ему положено, срок. Вот то, что я хочу. Интересы потерпевшего, согласно его желанию и закону, представлял близкий родственник, родной дяди Давид Пилия. Он выступил в суде следом за племянником. Вначале он выразил общую позицию относительно принятого судом первой инстанции решения. Это был корпоративный сговор, и Каджая Руслан не присутствовал на заседании суда, в это время он уже находился в Сочи. Сторона, которая допустила эту аварию, в результате которой погибли 4 человека, делала все возможное, чтобы его вывести из-под удара и устроить ему некую комфортную жизнь между тюрьмой и свободой. Это беспрецедентный случай, вопиющий факт нарушения прав наших граждан. Это когда суд практически однобоко становится на стороне человека, который совершил ДТП, результатом которой явилась гибель 4 крестьян. Озвучил Давид Пиля и свои доводы, на которых основаны требования потерпевших отменить постановление об отсрочке. Пиля ссылается на обследование Руслана Каджая в поликлинике МВД. Заведующий майор Габилая пишет, что он здоров и никаких жалоб нет. Однако через некоторое время ситуация меняется. Когда уже план созрел, он, оказывается, болеет 14 болезнями. Это молодой парень, которому всего-навсего 35 лет. Вы этого можете поверить, что у молодого парня 14 тяжких заболеваний? Да не бывает такого. Это все ложь. Это все подстроено. Это все сфальсифицировано. Это все, знаете, выжато из пальцев, ибо по каждой болезни
У меня была встреча с врачами, и я не скрываю, у нас разговор был достаточно жесткий, когда я спрашиваю у заведующего нейрохирургии, мной очень уважаемого Александра Васильевича Свинухова, я говорю: Александр Васильевич, как могло выйти такой документ из твоей епархии? То есть он же сам священник, он боговерующий человек, и никогда он такой документ не подпишет. А документ подписывает некая борцы без году недели работающий хирургом, который в глаза не видел Руслана Каджая, но якобы ей дали документ, дали снимок, и она тут же пишет о том, что такой больной не может у нас находиться долго, иначе он может мгновенно погибнуть. После этого прошло, это было в марте месяце, после этого прошло, видите, он до сих пор живой. Говоря о документах, на которых строилась мотивация ходатайства защиты об отсрочке приговора Каджая, Давид Пиля остановился в частности на следующем. Там лежит документ, очень интересный, любопытный. Копия удостоверения пенсионера. Оказывается, вдобавок он еще пенсионер. Он инвалид второй группы. Но в пенсионном фонде нет его личного дела вообще. Значит, это сфабрикованный документ. Со слов Давида Пиля, в документах, по мнению защиты подтверждающих болезни Каджая, есть подписи и матери адвоката осужденного. Ее мама, она член этой комиссии, выдает документы. Смотрите, что она пишет. Что он страдает гепатитом С, а это в поликлинике МВД не подтверждается. У него нет никакого гепатита С. И она пишет дальше. Цирроз и вопросительный знак ставит. Представляете, какой любопытный документ. Мама и дочка участвуют в этом процессе. С точки зрения правовой это правильно? Уважаемые судьи, вы, конечно, на такие вопросы мне не ответите, но я обращаюсь к аудитории. Это же неверно, мои дорогие. Более того, мне становится известно о том, что после того, как было завершено уголовное дело, кстати, уголовное дело было возбуждено 5 ноября, ту же ночь, на второе утро, по требованиям МВД Абхазии, в частности, следственного управления МВД Абхазии, документы были из Ачимчири изъяты. Якобы ачимчирское следствие очень загружено и ничуть не перегружено. Естественно, с какой целью это делалось, понятно уже. Чтобы этому документу дать определенное направление, чтобы она была подконтрольна определенным структурам. Понятно, кто заинтересован. Конечно, папа. Конечно, всемогущий папа. Папа, который работает в администрации президента. Я не скрываю, у меня была встреча на самом высоком уровне. У меня есть люди, которые были со мной там. На мой вопрос главе государства. Скажите, пожалуйста, случилась беда. На одной стороне администрация президента, Совет Безопасности, вся система правоохранительных органов и судебно-уголовная система. А напротив... 4 трупа и беззащитные крестьяне. Как мы этого допустили с вами? Президент не смог на этот вопрос ответить. Он встал и садился. Конечно, ему неприятно было. Я его предупредил, что сейчас будет разговор очень вам неприятный. Но для меня не ваши эмоции и мои, а для меня истина дороже всего. Вот вы и слушаете истину. Как это могло случиться? Почему наши крестьяне беззащитны? Что с ними можно все что угодно делать? Следом выступила адвокат Руслана Каджая Нино Курсая. Она отметила, что речь не шла об освобождении от ответственности ее подзащитного, а лишь об отсрочке в связи с заболеваниями, в наличии которых она не сомневается, и предоставила ряд новых документов, свидетельствующих о многочисленных диагнозах Каджая. Мой подзащитный, Каджая Руслан Зурабович, понимает, какое горе пришло в семьи трагически погибших Гурама Сангулия, Ирины Чековани, Риты Бигвава и Нанули Сангулия. Это, безусловно, непоправимая потеря для их родных и близких. Мой подзащитный совершил это преступление и готов понести за него наказание в полной мере. На протяжении 8 месяцев отбывания моим подзащитным наказания как в ВВС МВД РА, так и в СИЗО МВД,
ДРА, он неоднократно, есть рапорт начальника СИЗО МВД РА, дату ЖИБА, доставлялся в республиканскую больницу с острыми приступами, с коликой и так далее. Он был стационирован в урологическое отделение. Также он обследовался в нейрохирургическом отделении. Я не знаю, почему представитель потерпевшего говорит о том, что доктор Джопу отрицает свою с ним встречу. Мои отношения с моим подзащитным по закону об адвокатуре основываются на доверии исключительно. Поэтому я склонна доверять своему подзащитному. То есть я знаю, что он находился в стационаре, значит, неоднократно. Далее, значит, что касается назначения комплексной судебно-медицинской экспертизы. Поскольку он находился, значит, неоднократно в больнице, жаловался на боли, его вывозили, насколько мне известно, с его слов, на магнитно-резонансную томографию, обнаружили у него грыжу в спинном отделе позвоночника и рекомендовали проведение оперативного вмешательства. Значит, что касается проведения, значит, комплексной судебно-медицинской экспертизы, да, я ходатайствовала о проведении, поставила перед экспертом определенный ряд вопросов, и мы ждали окончания, значит, заседания комиссии и вынесения решения судмедэкспертизы. Значит, по проведению, вот Давид Чичевич, наверное, не знает, но моя мама не только доктор республиканской больницы, она также является судмедэкспертом на протяжении многих лет по совмещению. То есть Геннадий Харитонович сформировал комиссию, которым передали, ну, мы все знаем, как эта процедура происходит, документы, исходя из которых врачи сделали свои выводы. Что касается гепатита С. Гепатит С устанавливается, значит, многочисленными лабораторными исследованиями, а также посредством УЗИ. То есть можно определить, в каком состоянии печень пациента и установить уже диагноз. То есть впоследствии я потом дам на обозрение и потерпевшему, представителю гособвинения, и вам, уважаемый суд, в первую очередь. Значит, вот ряд документов с научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Российской Федерации города Москвы, где все эти диагнозы подтверждаются. Более того, у моего подзащитного обнаружены ряд новых заболеваний, таких как аневризма. Адвокат отметила, что Каджая обязательно вернется, как выздоровеет полностью, и понесет наказание. Так как никаких новых доказательств у сторон не было, суд перешел к прениям. Накалите ему, как положено. Чтобы они даром, они умерли, уже ничего не видят, но мы пока живы, мы тоже люди, чтобы мы тоже видели, чтобы он наказан, чтобы был. Защитой впоследствии судом были нарушены правила назначения экспертизы, производство которой должно было быть поручено медицинской службой МВД Республики Абхазия, а не Министерство здравоохранения Республики Абхазия, на основании которого сегодня было вынесено решение Чемчирским судом. Я не вхожу в обсуждение наличия тех заболеваний, которые есть у Каджая. Я хочу обратить внимание суда кассационной коллегии, что судом Ачинчирского района была нарушена процедура отсрочки исполнения приговора. Оно является полностью законным, обоснованным, потому что мною было подано ходатайство об отсрочке исполнения приговора на стадии судебного слушания, поэтому на данной стадии, значит, комплексное медицинское обследование проводится именно судмедэкспертизой под председательством Бобо Геннадия Харитоновича. То, о чем говорит представитель гособвинения, это уже когда, значит, осужденный отбывает наказание в местах лишения свободы, после исполнения приговора, да, назначается экспертиза, которая проводится поликлиникой при МВД, курирующей также СИЗО Дранда, и, значит, по результатам этой экспертизы выносится решение, может ли он отбывать, отсрочить ли ему наказание или освободить его вовсе от наказания. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся со следующим решением.
постановление Чимчирского районного суда от 31 мая 2021 года, которым отсрочено исполнение приговора от Чимчирского районного суда от 27 апреля 2021 года в отношении Каджая Руслана Зурабовича до выздоровления, отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда. У стороны защиты есть право обжаловать решение кассационной коллегии в президиум. Новое рассмотрение постановления в суде первой инстанции может состояться в течение месяца после того, как Верховный суд передаст в Чимчиру мотивировочную часть обвинительный приговор в силе, и в случае, если осужденный не явится и не будет заключен под стражу, правоохранительные органы оставляют за собой право объявить Руслана Каджая в розыск. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.